Как ты там, Эбби? Сижу на болеутоляющих. Спасибо, что спасла нас той кодовой фразой. Да, без тебя наш план провалился. Ты что? Рада помочь. Отметила цель. Внимание, сестры! Неподалеку от вас сейчас находится особо важный обер-комендант. Постарайтесь его уничтожить. Хана тебе! Обер-комендант убит. Отлично, сестры. Так, я нашла еще кое-что о Жужу. Ее настоящее имя Жули Бран. Поддерживает нацистов. Вышла замуж за Лотара Бранта в 57-м. Эта сучка больше тебя. Молодчина, Джесс! Молодец, сестра. Со мной связались другие бойцы. Они попали в засаду, но многие выбрались. Один из них видел Лотара и Жужу в сопротивлении элитного отряда нацистов. Имейте в виду. Сейчас грохнем! Грохнем!
Я наблюдаю слабый сигнал от машины «Энигмы» совсем недалеко от вас. Доберитесь туда, пока нацисты не разнесли парад. Здорово. Ну вот, Джесс. Скоро мы найдем папу. Надеюсь, он цел, Софи. Мы что, дуры? Как мы так легко клюнули на Жужу и Лотара? Слышь, не изводи себя так. Они всех обманули. Кроме Эбби, разве что.
Послушайте, Жужу, она же Жули Брандт, возглавила атаку на сопротивление, захватила лидера повстанцев Эммануэля и пытала его несколько дней на радость генералу Лотару. Вы же перебьете всех этих нацистских ублюдков, правда? Девчат, вы должны быть недалеко от входа в лабораторию X. Как я поняла, он замаскирован. Так что хорошенько осмотрите все вокруг. Halt! Stehen geblieben! Alles klar! Девчата, потайной лифт, который доставит вас в лабораторию X, замаскирован под рекламную тумбу. Найдите ее. На ней есть две наклейки с черепами. Если нажмете на них одновременно, двери лифта должны открыться.
на нацистов. Это как охота на толсторога? Ничего общего. Толстороги вызывают у... Я искала, но данных о лаборатории X очень мало. Это наверняка хорошо защитили от посторонних. Если удастся найти главный сервер, заберите ключи у офицеров охраны, откройте его и дайте мне доступ. Ясно, Эбби. Генерал Лотар так долго держал это в тайне? Похоже, у него везде связи. Это хороший знак. В рядах нацистов зреет раскол, так? Видимо. Так, Эбби, не помнишь, Сет рассказывал тебе что-нибудь о Даат и Худ? Все, что знал. И о том, что многие тайны до сих пор не раскрыты. Я отметила там врага. Лазерную псину на запчасти. Момент, андера позицион! Я сейчас умею! Экстренная позицион! Сидишь, шлампа!
отправляет в офицера прямиком в ад! Я верю, сестра. Ладно, Джесс. Софи, будь добра, помоги. Я, дамы, последняя запись. То есть от Лотара готова. Слушайте. Ich habe einen Plan. Herausgefunden, wo sich die Terroristen verstecken. Wenn Berlin mich ausschalten will, flüchte ich mit Juju in die Katakomben von Paris. Dort infiltrieren wir das Hauptquartier der Terroristen. Wir werden sie benutzen, um gegen die Terroristen zu kämpfen. Так о чем ты, Эбби?
Все, что знал. И о том, что многие тайны до сих пор не раскрыты. Когда-нибудь я этим займусь. Погоди-ка, Эбби. Значит, папа находится где-то здесь? Мы на нем ставили опыты. Лучше об этом не думать. Было бы круто заиметь такое подземное логово. И будет полный улет, если убрать весь нацистский хлам. Всех
в деле. Сейчас мы ему строим. Граната! Вы выдержи! Прости, продолжай, Эбби. Все, что знал. И о том, что многие тайны до сих пор не раскрыты. Когда-нибудь я этим займусь. Такое под силу только тебе, Эбстер. Мы уже близко. Это почему? Не знаю. Просто чувство такое. Сладких снов! Один на стола.
Хорошо, Софи. Ключи у нас, Эбби. Так, теперь откройте для меня сервер. Сервер открыт, Эбби. Не может. Мои девочки. Мои девочки. 60-х это был наш единственный шанс остановить фюрера. Ключ открывал двери в другие места, но однажды исчез. За вами был хвост? Вряд ли. Нацисты стараются сюда не спускаться. Пап, ты разве у них не в плену? Нет, солнце.
Я сам пришел сюда, чтобы вновь открыть дверь и починить то, что сломал. В смысле? Что? Что именно ты сломал? Весь мир, Софи. Пап, да ты чё? Ты убил Гитлера? Гитлер создал устройство, которое включилось в момент его смерти. Этот мудак хотел устроить конец света. Макс это первым заметил. Внезапные погодные аномалии, жуткие грозы, ураганы, ливни. Почему ты нам не сказал? Сет провел расчеты. Вывод был один. Наш мир скоро станет непригодным для жизни. Я понял, что должен найти. Когда Сет умер, я пришел сюда. Французская нацистка хотела использовать меня в своих целях. Но я ее раскусил. И нашел это. Так давай, пап, открой дверь. Не получается. Почему? Я действовал по инструкции Сета. Но дверь была закрыта. И кое-что заставило меня усомниться в реальности. Па, о чем ты говоришь? Есть другое измерение. Одно из сотен. Оно отделено от нас гладью пространства и времени. И там... Что там? Там другой мир, где все хорошо. И там у вас другая нормальная жизнь. Это чудесный мир. Совсем не такой, как наш. А этот гребаный мир обречен. Из-за меня. Это какой-то бред. Ты как-то сказал мне одну вещь. Напомни. Пока мозг занят лишь прицелом, все твои чувства в отключке. Помнишь? Ага. Теперь ты прекрати смотреть в прицел и оглянись вокруг. Каким бы ни было то измерение, мы сейчас в этом. И мы, блин, сделаем так, чтобы тут жилось не хуже. Как в свое время сделал ты. А вдруг уже поздно? Тогда будем драться. Вместе. Сделать. Вот это от Сета. Охренеть. Фокусирует энергию других измерений. Что там? Джесс, повернись. Кажется, это где-то здесь. О, и... что это за хрень такая? А? Теперь ты будешь валить нацистов пачками, детка. Пачками. Убейте Бранта, пока они на земле. В небе мы их никак не остановим. Ты разве не с нами? Нацисты бросят на вас все свои силы. Я останусь и задержу их. Вступайте. Готов, Кеннет? Получше, чем ты, Артур. Стухни, безмозглая. Как же. Овца. Tut mir leid, General Messer. Was haben Sie gesagt? Sind wir soweit?
Jawohl, Herr General. Wir haben den Siegturm gesichert. Sie können jetzt den Angriff auf Berlin einleiten. Mit Vergnügen, General Brandt. Heil dem Vierten Reich. Heil dem Vierten Reich. Ah, es ist so schön, zurück zu sein. Ich habe mich auf dich verlassen, Julie. Was? Du solltest sie außer Gefecht setzen. Und du hast versagt. Mein Liebling, wir haben es geschafft, oder? Hast du irgendeine Vorstellung davon, wie demütigend es war, von drei minderwertigen Jugendlichen überlistet zu werden? Luther, diese drei verwöhnten Schlampen auszunutzen, war die einzige Möglichkeit, sich des Generals und der Überkommandanten zu entledigen und ins Labor X einzudringen. Ich habe hart für meinen Traum gearbeitet. Beinahe sind wir am Ziel. Und fast hast du alles zunichte gemacht. Luther. Halt die Klappe! Du liebst mich aber noch immer, oder? Dreimal darfst du raten. Nein. Soldat, den ersten Aufstieg einleiten. Jawohl, Herr General. Die Geschwister Blaskowitsch sind in Anmarsch. Verdammt nochmal! Jawohl, komm, bereit mal an, Juju. Stell dich vor die Tür. Ist das sicher? Ich gebe dir Rückendeckung. Lothar, ich meine... Stell dich vor diese verdammte Tür! Прием, Эпстер! Черт, связи нет. Ich bin so froh, dass du mich überredet hast, weiter General Lothar die Treue zu halten, Johann. Woher wusstest du, dass er wiederkommen würde? Ich habe gehört, dass er mit einigen Kommandanten der Gesellschaft... Охеренно! Я чую, тут рядом бродят наши сейчас. Ох, как же он злился на нас. Мерси боку, Люки. Красоту Парижа запомни, даже если ее вдруг не станет, а зло неизбежно будет забыто.
что? Чего? Привет.